Вот, начал центр гореть. Подбегает. А рядом здесь стояла машина. Вот ее отгоняет человек. И сейчас начинают взрываться колеса. Это видео Денис Смолин снял со своего балкона во втором часу ночи. Говорит, сначала вспыхнула одна машина, потом пламя перекинулось на остальные четыре. Пожарных вызвали очевидцы. Огонь удалось потушить за несколько минут. По словам Дениса, в ту ночь во дворе не происходило ничего подозрительного. Тишина была, абсолютно тишина. Потом начали выбегать люди, кричать пожар. Все вручную начали машины отталкивать, которые стояли рядом. Выглянул в окошко, смотрит, огонь, светло. И горят. Потом еще три или четыре взрыва было еще. Второй взрыв был, я это видел, так метров на 7 вверх. И искры белый, потом красный. По словам очевидцев, первой загорелась вот эта четверка. И уже с нее огонь распространился на стоящие рядом автомобили. Звуки взрывающегося оборудования и покрышек разбудили полдвора. Люди выбежали на улицу. К счастью, жители не пострадали. Теперь парковка во дворе на улице Старозагора больше напоминает автомобильную свалку. Пресловутая четверка сгорела полностью. Ущерб, нанесенный остальным автомобилям, еще предстоит установить. По словам жителей, этот пожар не первый. Примерно полгода назад здесь уже сгорели две машины, практически на том же месте. Люди рассказывают, с парковками в этом дворе всегда было сложно, автомобилей очень много. Сейчас на месте ЧП работают полицейские. В ходе работы на месте происшествия следственная оперативная группа провела работу по установлению возможных очевидцев происшествия, по установлению видеокамер и изъятию видеозаписи с них. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В Самаре пожары на транспорте не редкость. С начала года сгорели уже 75 машин. Почти в половине случаев поджог. Эту версию не исключают и сейчас. В ходе опроса очевидцев и осмотра места пожара с участием экспертов судебно-экспертного учреждения испытательной пожарной лаборатории установлено, что очаг пожара расположен в салоне автомобиля ВАЗ-2104. Наиболее вероятной причиной пожара послужил поджог. С места пожара были изъяты образцы грунта для установления наличия средств совершения поджога, элементы там, обшивки салона изъяты для установления используемого источника зажигания. По факту ЧП полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Алина Чемерис, Максим Гусев. События.